назад ровно я снимала такой же GT, темно-серого цвета. Но теперь передо мной настоящий жемчужный красавец. Вы просто посмотрите на него, на эти диски. Диски просто пушка. Тачка огонь, тачка просто и мой любимый статичный спойлер. На нем, кстати, идеально есть мак, вот рядом с которым мы и стоим. А это Витя, хозяин этого прекрасного жемчужного коня. Итак, что мы будем делать сегодня на нем? Наваливать. На самом деле машина в стоке, но очень хочется звук сделать еще сочнее. Потом поедем и сделаем выхлоп. Прямо вот сейчас поедем, ребят, и сделаем. Еще одна будет тачка, которая есть во владении у Вити. И это не просто какой-то автомобиль, это Корвет 76-го года? Да, 76-го года, Корвет C3 Stingray, мой самый любимый кузов. Давно хотел его купить, собственно, купил и сейчас восстанавливаю. Все, и пойдем смотреть, как он вообще себя чувствует. Погнали! Что по тормозам? Нормально тормозит? Супер! Очень классно отстреливает. Да, да, да. Дабы избежать постоянных стопорений на камерах, мы решили принять жесткие меры. А в чем разница этих номеров? Ведь... А, это более красивые номера, более красивые, с которыми приятнее под камерами ездить. Так, что по дискам? По дискам это, короче, такие классические диски от E500, когда они только начали выпускаться. И почему ты именно эти поставил, диски? Потому что мне больше всех по стилю понравились. Они такие прям классные, матовые, черные, большие. А типа это такой перламутровый мат, а там черный мат, да? Да, да. Ну что, кайф. Одну офигительную вещь, которую я не встречала до этого ни в одной тачке, или просто не знала. Вить, покажи, расскажи. Да, есть опция Motion Startup. Я подсмотрел ее еще одного владельца. Собственно, для того, чтобы завести машину, зажимаете лепесток и заводите. И у вас значительно выше поднимаются обороты и более приятный звук. И прям каждое утро радуешься. Ну, короче, слышно, что он прям на таких более низких тонах заводится без лепестка, а с лепестком прям такой... Была еще одна тема на том же GT, который я снимала. У него была проблема с люком. А он отъезжает всегда. Да. Ударяешься, он отъезжает. Отъезжает, да? Давай проверим. Не, кстати, он как-то здесь он сидит более туго. Так, остановка с 225 даже уже закладывает. А вон та, кстати, штука тоже камера. Наши друзья, которые любят делать хорошие селфи для нас. Хочу обратить ваше внимание на то, какая здесь, короче, мили-пили аварийка. Очень подозрительная, которую очень сложно нащупать во время езды. Типа да, закрытыми глазами ты должен как-то ее вот как-то так. Короче, и с ланча сейчас стартуем. 0-100, 100-200, 100-300. Окей, мы научились делать ланч. Вот пошла. Так, стоп. Отображается здесь. Не, вот сделали по дизайну прям очень классную машину, прям все очень красиво. Получается, а вот она массирует только вот верхнюю часть или нижнюю тоже? Нижнюю тоже. Серьезно? Там просто отдельность: плечи, спина, низ. Не, низ я имею в виду сидушку. По-моему, был. Волнообразный. Почувствуй себя на берегу моря. Вот, подушка, все правильно. Ой, так. Пошло. Ой-ой-ой. Я думаю, это для людей более нетрадиционной ориентации. Да, давайте выключим это. От дилера от Эски. То есть, ну, 640 честных лошадиных сил. Да, пора уже подтягиваться после теста. Да, уже возраст, после 25 начинаешь стареть. Так, потягушки. Ты хвост еще нет? Вроде есть.
А, слушай, да, надо просто это внимательно искать. Когда инвестируешься, да и волосы только так появляются. Че? Надо включить на Д, а не на паркинге. Ой, дурак. Витя исполнит свой самый первый дрифт в своей жизни. Самый первый, вот первый раз. Так что поддержите его лайком. Он старается специально для вас. Если у вас 8-й или, кстати, 11-й, все. И вас даже в БКТ не нужно заезжать и устанавливать Яндекс.Навигатор, у нас уже интегрируется. Только сюда. Но это только для тех ребят, которые посмотрели это видео. Остальные вообще ни слова. В Мытище, чтобы сделать выхлоп, далекие края, здесь сделал выхлоп как раз-таки Илья Кикдаун. И сейчас мы протестируем то, как он звучит в стоке. И спорт. О, да, да, да. Запомните вот этот звук. И ровно через 3 часа мы опробуем новое звучание и новую тональность. И я сейчас впервые в своей жизни увижу тачку вживую 76-го года, Корвет. Это уже полсервиса занимает. Это он висит там, да? Да-да-да. Ну что-то как-то вообще по деталям, мы его хирургически разрезали просто, прооперировали. Воу, это ж... Трансаксель, это коробка сзади, движок спереди. Ничего себе. От более современного Корвета. А, то есть ты еще детали... Ой, а где ты детали находишь? А, это все Петр специалист. А вы находите, да, все детали? Когда вообще планируешь ты его закончить, например? Ну, надеюсь, до конца года все-таки закончить в каком-то виде, чтобы уже можно... И зимой такой, выезжаешь отсюда, чисто по красоте. Делать салон, красить там и так далее, чтобы следующим летом уже можно было нормально без крыши покататься. Тут вообще получается чисто корпус, да? Да, он из плексигласа, то есть это пластик по сути. И он типа максимально раму. Легкий, да? Да, он максимально легкий, и мы сейчас делаем раму металлическую полностью новую, и на нее просто насадим кузов сверху. Вот так я должна сидеть, вот здесь сиденье, да, и вот так вот смотреть и ехать, да? Это тарго кузов T-top, то есть здесь боковинки снимаются, а посередине он для жесткости, каркас остается. Крыша как у Макларена на 720. Да. Отличная аналогия. 1 250 000 только на переделке? Да, да, да. Ну слушай, полностью новая машина строится. Суммарно там в 4-5 выйдет как бы. В 4-5 вот этот старый Корвет. Да. Просто почувствуй себя вот. Ну он как бы он выглядит не хуже Ламбы, но стоит вроде дешевле. Он видный, он такой аттрактивный. Он прям классный. А за сколько ты его купил? За 1.5. Ну я тоже торговался. Причем я его купил специально без движка и без коробки, потому что знал, что буду стоять современно. Потому а, ты скинул тогда еще, да? Да, скинули до 1.5, потому что без движка и коробки. Ну, слушай, круто. Ребята, вы просили больше жизни, я даю вам больше жизни. Что я делаю, когда нужно там подождать? Или когда нужно сделать паузу между съемками и типа вот когда выхлоп сейчас делается, да? Выхлоп делается далеко в Мытищах. Не сидеть же там. Просто мы взяли с Витей, поехали в классную кальянную, которую вы знаете, скорее всего, все. Это большая сеть. И сейчас я обойду одну интересную опознавательную штуку в этой кальянной. Короче, находится она на Академической. И это, конечно, Мята Лаунж. Мне кажется, это самая большая сейчас сеть кальянных в Москве. Даже в Питере они, по-моему, есть. Но нас интересует именно это, потому что здесь есть офигительный... Офигительная статуя Хита Леджера в образе Джокера. Ну это же просто ты входишь. Я немного испугалась, если говорить культурным языком. А если вы хотите как-то уединиться, например, что по тонизирующему чаю? Да, пуэрчик сейчас выпьем. Он там и там, и там и там. Короче, если вы хотите затонизироваться полностью, то надо вот заказывать такой калик.
Как будто с таким холодком каким-то. И холодок, и чай там. Добавили еще пряности, какой-то, добавили. Да. Там еще вкус, он будет меняться в зависимости от момента. Вкусные бургеры, картошечка, салаты, чаек пуэр. Салат это типа для того, чтобы все думали, что я питаюсь ПП. Правильно, да. Но самое главное это чай. То есть здесь на полном чиле можно посидеть, поесть. А сколько, кстати, здесь есть VIP-зон? Одна. А наверху что? Наверху просто места, есть еще Сонька. До скольки работаете? До 2 часов ночи, каждый день, в пятницу, субботу до 5 утра. О, это вообще, это вот эта тема, я понимаю. Все, короче, я теперь знаю, где свои фан-встречи проводить. Ходите. Кстати, а ты можешь сделать моим подписчикам такой интересный подарок от души? Один кальян они берут, и второй, короче, второй идет подарок. Только для тебя, для твоих подписчиков, может. Хорошо, вы приходите, у вас, если вы скажете, что вы от блондинки, блондинки драйв, то мы вам дадим второй подарок. Приходите, компании, вам понравится. Все, отлично, ребят, я вам устроила просто лакшери жизни, пользуйтесь. Витя забрал свой AMG GT, ты готов? Что ты чувствуешь? Ты чувствуешь, что ты сидишь в другом автомобиле? Я ожидаю этого, то есть мне кажется, что он точно сейчас станет другим, но надо услышать. Давай, давай, давай. О-о-о-о. По злому, по злому. Слушай, давай его Джокером назовем. Давай. Ой, что-то запахло. Запахло жареным. Проверили выхлопную систему. Сейчас послушаем, как она звучит уже на улице, чтобы полностью ее раскрыть. Она, ты слышала, когда она так подпернула немного? Да, да, да. Короче, что мы сделали за этот влог? Мы за этот влог посмотрели с вами стоковый выхлоп этого AMG GT. Потом мы поехали, посмотрели Корвет 76 года. Потом мы поехали, послушали новый выхлоп. Короче, я думаю, этот влог был максимально насыщенным и разнообразным. Да, спасибо большое, ребят. Еще увидимся, надеюсь. Так, ссылку на кальянную я оставляю под этим видео, так что заходите, получайте свой второй кальян в подарок. Пожалуйста, мы специально с Витей организовали для вас этот мини-сюрприз. И обязательно палец вверх за такие вот крутые испытания. Знаете, сколько потолков Витя пробил в этом видео? Просто! Он 300 никогда не ездил на этой тачке, он никогда на ней не дрифтил. И он еще и выхлоп поменял специально для этого лога. Все, по красоте сделал. Все, спасибо, пока. Пока.